На прошлой неделе в городе Брянск проходило первенство России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Команду Чувашской республики представлял Михаил Терентьев, воспитанник тренера спортивной школы номер 2 Андрея Михайлова. Он выступал в трех дисциплинах – метание копья, метание диска и толкание ядра. И собрал полный комплект наград этих соревнований – первое, второе и третье место. А в метании копья выполнил первый спортивный разряд. Поздравляем Михаила Терентьева и его наставника, желаем им дальнейших успехов и громких побед.